Привет, ребята. Это истинный следователь. Хочу рассказать, мне кажется, идиотизм какой-то очередной. Здесь машинки, видите, стоите, темно, надеюсь, вы увидите. Машинки стоят. То есть это придомовая территория, просто называется. Придомовой проезд, по-моему, такая формулировка. И здесь, вот видите, нарисовали пешеходный переход. Хотел я это показать, он уже подстерся. То есть получается, что на придомовой территории должны люди и машины ходить и друг друга пропускать. А на самом деле они как бы ограничили пешеходный переход, что в стороне нельзя людям, что ли, ходить. То есть они спятили. Это, как я понимаю, спятившее какое-то ТСЖ, ну, руководство, которое руководит этими домами. Они решают, что могут управлять всем, чем попало, и придомовыми проездами, которые управляют только закон. Ну и правила дорожного движения, как-то так. Ну вот сейчас, надеюсь, все-таки вы увидели. Исходно нарисован пешеходный переход не на дороге. По-моему, офигеть, какое барахло. Ну все, пока, ребята.